Даржо-Дахаев, Республика Бурятия. В силе в углу ринга мастер спорта Дмитрий Стоян, Сахалинская область. Рефери судья международной категории Александр Фынта. Левый, мелко работа левой. Левый, по этажам левый. Вот. По этажам левый. Отлично. Левый по этажам. Да. Ничего сложного, Дима, ничего сложного. Просто чаще выкидывай ручки. Ручки выкидывай чаще. Финты. Вот. Где-то резко на кухне. Даржо-Дахаев, красный угол. На финты не жалейте. Голову пусти. Проходит.
не бей. В игровой манере. Синий угол. Нильце, движение корпуса. Дима, обязательно движение корпуса. Движение корпуса обязательно, как можно чаще. Ровно не подходи к нему. Чаще движение корпуса. Чаще движение корпуса. Корпус, корпус. Thank you.
Победители весовой категории 63 килограмма награждение будет производить министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Вячеслав Анатольевич Дямкин-Цурунов. Весовой категории 63 килограмма победу и звание победителя Дальневосточного федерального округа завоевал боксер красного угла, мастер спорта Даржо Дашаев. Республика Бурятия. Судьи пятой пары. Рефери Губатаев. Боковые судьи Мыкталь, Агафонов, Филин, Китыр, Попов. Весовой категории 63 килограмма. За второе место награждается мастер спорта Дмитрий Стояк, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск. Он награждается дипломом второй степени, серебряной медалью и ценным призом. И за первое место награждается мастер спорта России Даржо Дахаев, Республика Бурятия. Он награждается золотой медалью перед чемпионата, дипломом первой степени и ценным призом. И также награждается чемпион, мастер спорта Алексей Сенатрусов. Тренер чемпиона Алексей Петрович Сенатрусов.